Как известно, в Армении воздвигнут памятник фашистскому преступнику, обвиненному в преступлениях против человечества Гарегину Нежди. Почему на это закрывали глаза Министерства иностранных дел России? Почему нет реакции США и Европы? Как вы думаете, чем чревата такая политика Армении? Мне сложно ответить на вопрос, почему правительство или внешнеполитические ведомства России и других стран закрывают на это глаза. Я думаю, что прежде всего в основе этого лежит их элементарная некомпетентность в этих вопросах. Гарегин НЖД действительно является военным преступником. Существует масса доказательств того, что он являлся агентом на платной основе СД. Эта структура нацистской Германии была осуждена приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге от 1 октября 1946 года на основании статей 9 и 10 статута или устава этого самого международного трибунала как преступная организация. И в силу документов по подготовке этого трибунала любой член организации, признанной преступной, является нацистским преступником. Так вот, НЖД в силу этого нацистский преступник, начиная с 1946 года, с резолюции номер 95 Генеральной Ассамблеи ООН 21 ноября 1946 года, все решения Нюрнбергского трибунала лежат в основе современной системы международного права, и в этом смысле нет ни малейшего сомнения в том, что установка памятника НЖД в Ереване – это не только как бы единичный факт, были еще многочисленные действия, направленные на увековечение его памяти в форме установки памятника в городе Копан, Ликофан. Также переименование улиц, проспектов, площадей, других объектов городской инфраструктуры. В системе государственных наград Армении существует медаль Гарегина НЖД и много других примеров того, что эта политика в Армении осуществляется на государственном уровне, а не на уровне там, каком-то партийном или каком-то, на уровне какой-то инициативы группы частных лиц. То есть армянское государство это проводит политику целенаправленно. Почему? Тоже это объяснение понятно. Главная задача – это объяснить ереванским армянам, почему именно карабахские армяне ими руководят. НЖД в свое время являлся создателем Республики Горная Армения в 21 году, которая пришла на смену уничтоженной большевиками Дашнакской Армении. И поэтому в понимании современного армянского населения это как бы продолжение, а и современная Республика Армения это есть продолжение Горной Республики Армении, поэтому в силу этого обстоятельства карабахские армяне более крутые, более значимые в мире армян или в армянство, чем ереванские, поэтому имеют право управлять ими. То есть это нормальная внутриполитическая идея, которая была на протяжении 20 лет продвигаемо в сознание армянского общества, но, правда, параллельно с этим происходила его нацификация, его фашизация. Но на это не обращали внимания. Почему? Потому что политический, существовавший до мая прошлого года политический режим, он абсолютно устраивал большинство игроков на международной арене, так как он сохранял конфликт на Южном Кавказе. И в силу этого обстоятельства сохранял иностранное военно-политическое присутствие в этом не очень большом по территории регионе мира. И это было выгодно всем крупным мировым державам. Поэтому героизация нацизма в Армении – это был один из инструментов обеспечения глобального присутствия мировых лидеров в вашем регионе. Именно поэтому на НЖД, на героизацию НЖД никто никак бурно не реагировал. В Азербайджане мы получили многие награды, в том числе и коалиция общественного контроля. Каково ваше впечатление?
Мне все, во-первых, награды получать всегда приятно. А во-вторых, когда тебе объясняют, за что ты их получаешь, это, что называется, не за красивые глаза, за работу, за то, что, ну, за определенные научные достижения, за успехи. И это очень важно для меня. Почему? Потому что понимаю, что в этом мире, когда ценится либо личная преданность, либо, допустим, позиция историка определяется зарплатой, которую он отрабатывает на службе у кого-либо или на работе у кого-либо. Вот такое-то общественное признание позволяет мне занимать независимую позицию и говорить о том, что я считаю действительно реальным и реально существующим, то, что я, о чем я могу сделать вывод или что я могу создать как результат в виде результата нового знания на основании тех документов, которые я изучил. Поэтому для любого человека, особенно для ученого, важна общественная связь, обратная связь или общение с обществом. Вы же, допустим, когда мы пишем книги не для себя. Вообще любой человек, напишущий книги, пишущий статьи, он рассчитывает на реакцию своих читателей. И вот когда помимо какой-то реакции, допустим, в той же самой социальных сетях или реакции на обсуждение во время каких-то научных конференций, получаешь еще и реакцию в виде каких-то таких вот знаков внимания и поощрения, то начинаешь понимать, что то, чем ты занимаешься, это не ерунда, и это действительно нужно, и не только тебе. А сегодняшних наград, что можешь сказать, то, что получили? Ну, что я могу сказать о дипломе почетного доктора Института истории Национальной академии наук Азербайджана? Это серьезная награда внутри профессионального сообщества. Из России я четвертый человек, который этим удостоен на территории Азербайджана. Все, кто получил этот диплом, эту награду до меня, этих людей я хорошо знаю. Труды мне их известны, их гражданская позиция мне известна. Можно с какими-то вопросами соглашаться, не соглашаться. Для этого существует понятие научной дискуссии. Но вопрос, как говорят в России, скажи, кто ты, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Да? С кем ты стоишь в одном ряду, и тогда все понятно, как к тебе относятся люди. Вот я считаю, что я попал в очередной раз в компанию достойных людей, и не стыдно находиться среди таких известных авторов, в числе таких известных авторов, которых так ценят в Азербайджане. Мне это очень приятно.